Сегодня день рождения – это очень важный, радостный момент для всех. На мой взгляд, в этом конкурсе нет проигравших. Все как в спорте. Во время контрольной тренировки мы проверили свои знания, свои навыки, свои возможности. Это очень важно. И сейчас мы должны проанализировать сложившуюся ситуацию, сделать правильные выводы, поставить цель. Цель – побеждать в жизни во всем. Я сам недавно выпускник высшего учебного заведения, аспирант, и в настоящее время продолжаю получать образование в ведущих вузах страны. Мир меняется. Мир меняется очень быстро. И стране в данный момент необходимо высококвалифицированные, эффективные специалисты. Благодаря команде Светланы Юрьевны, благодаря фонду некоммерческих программ Михаила Михайловича Спиранского, одно из важнейших мероприятий на территории Владимирской области. Мы очень благодарны Международной школе молодежной дипломатии МГИМО за помощь в организации, за создание данного проекта. Партия «Единая Россия» запустила и активно реализует проект «Кандидат». Проект «Кандидат» направлен на обучение основам политологии, философии, культуры речи, ораторскому искусству. И эту информацию мы можем получить на сайте kandidat.em.ru как раз для вас, для выпускников, для будущих политиков. Это очень важный продукт. Большое вам спасибо, удачи, здоровья и побед во всем.